один из моих, у меня их столько, мне говорят, сколько у вас внуков? Не знаю, не считал. То, кажется, 8, то 15, когда обо мне вспоминают. Вот. Никто не знает слова «папа». Вот, вот один из них, но это мой самый любимый. Первые 2 года жизни я его это, в охапку и в эту, в садик в охапку, в ясли куда там еще. Вот это было. Он 7 лет начал мне помогать, зарабатывать деньги. Сейчас он уже деньги на самокат, уже маленько накопил. Вот, но трудностей у меня бывает, сильно много это, внуков. Поэтому, и я, главное, перестал давать деньги. Я говорю, зарабатывай специально. И зарабатывает ведь. Но если кто-то скажет, да у меня 100 рублей тут случайно завалялись в кармане. Сейчас я вот на этот номер телефона на ваш вышел, Валерий Константинович, передайте внуку прямо это. Ни копейки не тратит. Ни копейки. Складывают деньги в кучку. Вот. Есть такая возможность? Помогайте. Вот. Зовут его Арсений. Закончил 1 класс. Будущий гений, но школа убьет все гениальное в его. Не самого его, а все гениальное, что есть, убьет. У нас такая школа. Глупая, дикая, дебильная программа. Я всегда поражался, какая гениальная программа в садиках, как дети развиваются в садиках. Все отлично, все прекрасно. Но стоит пойти в школу, все как будто заклинило. С 19 века это самое. Помните недоросля? Нулежды нуль. Нуль. Нулежды один. Нуль. Вот на этом уровне школы осталось все нулями. Вот это вот. Я только выше похвастался своими друзьями. Видите, 3 подряд показал. Вот. Ну а это лидер, это Сергей Железов. Так, а что это она вдруг перепрыгнула? Я не просил ничего этого. Я ничего не просил. Вот она. Это некоторая часть. Я сегодня сделал еще фотографию, но не успел вставить. Вот, еще таких десятых. Вот, это уровень Железовых. Скажите, что мы не умеем выращивать. Потом головная боль, куда это все девать. Вот, идем дальше. Вот это я еще раз, ну, наткнулся просто на эту фотографию. Показывал несколько раз разные годы. Еще раз. Идет уничтожение нации. Один из способов уничтожения – это разлагающиеся гигантские миллионы тонн этих самых отходов. Они растут, и сейчас никто не утилизирует. Вот. Помните, это журналист Караулова? Вот 20 заводов, этих гигантских заводов, сжигающих, вот так и не это. Обещали, не сделали. Соответствующие чиновники, так понять нельзя, что. Оно же куда не сжигается, если бы труба сразу в космос уходила. В космос куда-нибудь туда. Там, где межзвездный газ. Ладно бы, но она после сжигания-то, куда все это денется? А? И вот это идет такое, а я говорю, ребята, нам нужно, чтобы на каждой даче, в каждом этом самом индивидуальном доме, дачном или индивидуальном доме. Вот такая была. Мне хватает ее на год. Заполняется. Так. Целиком. Рядом садится растение, которое всю оставшуюся жизнь вырастает уже не маленькими, не большими. Нет. Даже не большими, гигантами. Вот. Я уже обращался к Путину. Владимир Владимирович, ну, пару охранников, лопаты. Вот. Ну, начните копать, показать пример. Выкопали 1,5 на 1,5. Ну, если у вас там обслуга, надо 2 на 2, 3 на 3. Выкопали такую яму, заполнили ее. Это же все из земли взято. Вот все, что туда попадает, взято из земли. И в землю возвращается. Вот. Один-единственный мужик, настоящий мужик, Андрей Туманов. Я уже отчество его забыл, хотя мы когда-то чуть ли не подружились. Он мне даже книгу свою прислал в подарок. Вот. На тот момент главный редактор газеты, крупнейшей газеты ваши 6 соток, а потом он стал даже председателем Союза садоводов России. А? Мало этого. Это ж какое это? Его Путин знает, он ему вопросы задавал с это самое. То есть даже может быть где-то и опасался, что Туманов опять за датчиков заступаться будет. Даже такое было.
Я сам слышал, еду в машине, он мне всем рассказывает по радио. Я дома собираю все, что это, все отходы. Собираю полиэтиленовые эти, вывожу в деревню, ее высыпаю под этим. Ну, в качестве мульчи, в качестве, ну, даже не мульчи, наверное, в качестве перегноя. Но его тоже не услышали. Чтобы услышать, нужен первый и главный человек. Когда появляется новый президент, если он стал носить часы на правой руке, и все, кто посчитали себя путинцами, тоже одели часы, хоть неудобно, страшно, на правой руке. Неудобно, но одели. Я свой, я путинец. И тогда каждый, они же знают, что это за каждым из них. А чиновники идут так, за чиновниками крупными. А он взял и следом за Путиным выкопал яму. Вот как путинец. А тот уже подчиненный тоже, а у того подчиненный, еще подчиненный. И так вся иерархия. А потом по всем телеканалам там губернатор Иванов, значит, яму копает своими руками, принципиально показывает, что он из народа. Вот. И журналисты, и все, и писатели, все вот эти. Вы представляете, если исключить стекло, которое можно избавиться, если бы захотели, которое не разлагается, и полиэтилен, который долго разлагается. Тихий океан, там целые эти плавают уже, острова, скоро об них корабли будут биться. Пластик бросают в воду. Ну когда-то же нужно, ну нужно же когда-то, ведь предлагается вернуть в землю то, что с нее взято. Когда еще кто-то мне взял и комментарий был, еще и получите за это, за вот этот совет, я еще прилетит ко мне. Я подумал, прилетит, во-первых, отсюда, ездит по деревне машина, импортная, огромная машина, собирает мусор, и каждый платит за это, каждый. А я не плачу. Я и на суде постараюсь как-то доказать, но ведь могут же и действительно меня это, и оштрафовать. За что? Не спрашивая моего согласия, присылают мне эти. Там уже больше, около 4 тысяч уже денег накопилось, которые я им должен. За что? Все зависеть должно от этого, от первого лица государства. Даже его заместители, те никогда сами не догадаются. У них свои проблемы, каждый по назначению. Нет такой проблемы, оказывается, у нас. Вот рядом деревня, вот онкология в 10 раз больше. Ну, думать же надо уже. А чтобы не платить свалки по всей России, и в этих сбрасывают прямо в ручьи. Выговорился.